Сейчас глянем, почему турбины не работают. Надо проверить инициирующие ядра в ангаре. Может, мне лучше не знать, что здесь происходит? Тони, я просто делюсь с Брюсом своими техническими познаниями. Вижу, мне здесь будет чем заняться. Лучше бы ты помог, Тони. Джарвис, папа дома. Можешь снять защиту от детей на мастерской? Простите, сэр. У меня, так сказать, руки связаны, поскольку мастер Брюс меняет проводку. Что? Он же вроде работал. Так, Джарвис, засеки время. 1,04 секунды, сэр. О, есть над чем работать. Джарвис, есть вопрос. Где свечи зажигания? Инициирующие ядра находятся в дальнем углу на нижней палубе. Точнисимо. Мне полагается приз, сэр. Самый большой в мире. Моя благодарность. Интересно. Да, точности соответствуют стандартам безопасности. Кажется, я понял, в чем дело. Если я... О, это же инициирующие ядра. Эй, вроде у больших роботов АИМ такие же ядра. Если одно такое достать, я эту старушку живо раскочегарю. Конечно, сэр. Но кто-то должен извлечь упомянутые ядра. У меня брони, считай, нет. Вдруг получится здесь что-нибудь собрать? Я проведу инвентаризацию и посмотрю, что осталось. Спасибо, дружище. Эй, Тони, я еще не закончил с дверью. Но ты можешь проведать Камалу? Кажется, она отключила связь. О, ладно. Ты уверен? Да. Мне кажется, ей сейчас нелегко. Ясно. На втором этаже жилого отсека. Джарвис, посмотри, она там. Сэр, в жилых отсеках нет системы наблюдения. И какой долбанутый хиппи это придумал? Ой, сэр. Точно. Так, значит, я собираюсь вломиться в комнату подростка. Эй!
прости. Надо стучать! Я пытался, вот видишь, кулак. Джарвис, подскажи мне. По всей видимости, у некоторых камер жилого отсека отключены забирающие механизмы. Ну вот и все. Я починю. Уж пожалуйста. Сбор на капитанском мостике через 10 минут, и ты приходи. Знаю, я выгляжу нелепо. Да? А как же? Эй! Нет, это нормально. Такая работа. Костюм Тора видела? Плащ струится. Еще и наплечники. Оборжец. Я так понимаю, это... О, это буркини. Его мне мама купила. Это как спортивная форма для мусульманок. Супер. Я лучше переоденусь. Стоп. Твой костюм показывает, кто ты. Покажи, что ты не шутишь. Смелее. Давай, неубедительно. Вот, другое дело. Ладно. Знаешь, я подумаю, как его улучшить. Шестеренки крутятся. Правда? Да. И если Брюс что-то ляпнет, напомни, что у него вообще только суперэластичный шорт. Брюс, все с ней в порядке. Она сильная. Я это уважаю. А еще она смеется над моими шутками. Да. К ней легко привязаться. Слушай, встретимся в лаборатории. Я почти починил дверь. Все еще не верится, что они его нашли. Я скучал без тебя, старина. Если вам интересно, ваша старая комната сохранилась. Ты ведь починишь дверь? Осталось убрать распределительный щит и подсоединить. Молодец, дружок. Это было несложно. Дом, милый дом. Если мы собираемся летать, нам нужен альтернативный источник энергии. Химера работала на Терригене, а нужно что-то не такое взрывоопасное. Я веду поиск источников питания в окрестностях, но мне понадобится время, чтобы найти тепловой след инициирующих ядер. А я пока займусь своей новой броней. Где найти запчасти для ремонта фабрикатора? Я обнаружил подходящую точку с запчастями и отправил координаты на штабной стол. Штабной стол. Понял. Починить фабрикатор, получить новую броню, потом поднять эту крошку в небо.
чем дело, Джервис? По вашему запросу я проводил анализы на предмет остаточного гамма-излучения. Большое количество частиц наблюдается у комплекса на территории АИМ. АИМ и гамма? Как? Моника пытается повторить мои исследования. Я сам дал ей все необходимое. Сочувствую. Я ей верил. Полагаю, вы хотите попасть в это здание. И остановить ее. Верно. Куда мы направляемся? Координаты загружены в Квинджет. С тех пор, как Моника стала соосновательницей АИМ, доктора Беннера беспокоило большое количество ее экспериментов с гамма-излучением. Я обнаружил остаточные гамма-частицы рядом с удаленным центром АИМ. Доктор Беннер хочет, чтобы вы проникли в лабораторию и уничтожили данные и результаты исследований. Доктор Беннер записал для вас сообщение, Халк. Эй, здоровяк! Если Моника там, делай, что должен. Если Джарвис с Камалой скажут придержать коней, слушайся. И спасибо. Ты справишься там, где не справился я. Гамма-излучение исходит из подземного сооружения АИМ, которое находится поблизости. Это в самом центре территории АИМ? Да. Вас ждет существенное сопротивление. Да, не ту сторону ты выбрал. Халк, не дайте им пробиться на объект. Сонник, крушить!
Если вы не в курсе, тут полно плохих парней. Уже не встать! Вряд ли. Когда мерзость появился, ресурсы АИМ были скромнее. Но здесь его способности могли усилить. Не успокаивает. Это серверный этаж гамма-исследовательской программы АИМ. Верно мыслишь. Они проникли на территорию. Не подпускайте их к серверам. Рядом с вами должен быть ящик с особыми материалами. Член сопротивления попал в беду. Ему нужна ваша помощь. Собой все! Этот терминал откроет вам доступ к гамма-лаборатории. Бесплатный тир открыт! Результаты исследований хранятся на нескольких серверах, чтобы избежать потери при отключении энергии. Чтобы предотвратить дальнейшие эксперименты, вам придется разбить все. Эй, а это откуда взялось? Да, не ту сторону ты выбрал. Волнуйтесь, меня на всех хватит. Охрана, один сервер отключился. Что вы там делаете? Yeah!
Сервер уничтожен. Халк, сидел бы ты лучше в пустыне. Хотя бы глянул мне в глаза, прежде чем уничтожать мои труды. Вежливо отказывать. Вход в кабину лифта открыт. Вы можете проследовать дальше. Кажется, здоровяку не очень нравится Моника. Я не располагаю данными о смежном эмоциональном интеллекте у доктора Беннера и Халка. Может, он как собака? Они сразу чувствуют плохих людей. Ему бы не понравилось подобное сравнение. Плевать. Ладно, пора найти Монику. Ты что, и правда такая наивная? А что? Забаррикадировать дверь! Держать лабораторию! Отряд Тета. Убить Халка. С удовольствием, доктор. Ну и трусинка. Скажите, как его зовут? Халкбастер. Вот так бьют мстители. Надеюсь, парень хороший в каком-то.
угроза успешно устранена. Это, я же понятно выразилась. Прощай. У меня неприятности. Для исследований гамма-излучения выведено из строя. Передайте Брюсу мои слова. Ты пожалеешь об этом каждой клеточкой своего существа. Да нет, вряд ли. Мстители разберутся с тобой, Моника. Это вопрос времени. Эй, здоровяк, спасибо тебе за помощь. Знаю, тебе не очень-то по нраву кот зеленый, но мы должны навести в мире порядок, и ты нам нужен. Без лаборатории для гамма-исследований Монике не удастся создать армию мерзостей. Но на всякий случай я попросил Джарвиса отслеживать появление гамма-частиц. Если она откроет новую лабораторию, ты снова ее разнесешь. Так, первая остановка. Я даже близко не смогу починить Химеру, не закончив с костюмом. Джарвис, у тебя есть новости? А им сейчас перевозят экспериментальный десантный катер, который мы можем позаимствовать и разобрать на запчасти для фабрикатора. К сожалению, он хорошо охраняется. Но местная система защиты АИМ настроена на крупномасштабное нападение с воздуха. Если я подлечу в одиночку, укрывшись в каньоне, то смогу угнать корабль. Это рискованно, но я не вижу другого выхода. Высылаю вам последние известные координаты корабля. Стены каньона не позволяют провести полный анализ ситуации. Советую торопиться. Броня у меня, конечно, не супер, но до места доставит в целости. Хочется верить. Следует поспешить. Высылаю новые данные. Похоже, АИМ в курсе нашего вторжения. Может, будем говорить о блиц-визите? Вторжение звучит так, будто мы какие-то негодяи. Конечно, сэр. О готовящейся экспроприации. Мне неизвестно, как долго наша цель будет находиться в указанном месте. Намёк понял. Будем поторапливаться. Любопытно, как много разработок АИМ удивительно похожи на ваши изобретения. Джорджи никогда не отличался оригинальностью идей. Но это значит, что изобретения совместимы. Это удобно. Образно говоря, часики... Сколько же здесь оружия у АИМ? Более чем достаточно.
И какая его часть разработана по технологиям, украденным после дня Мстителей у Stark Industries? На данном этапе сказать невозможно. Вероятно, более чем достаточно. Карма ко мне не благосклонна. У вас осталась одна минута. Броня отлично справляется. Вам не кажется, что броня — слишком громкое слово? Ха-ха-ха, смешно. Чего бы, думал я, не научить их дерзить, уверен, что... Этот лифт ведет как раз к посадочной площадке. Понял. Ты только погляди. И на какое государство им решило идти войной? Это снаряжение похоже на ваше изобретение. Взорвать бы тут все к чертовой матери! Этот лифт ведет как раз к посадочной площадке. Понял. Ты только погляди, и на какое государство им решило идти войной? Это снаряжение похоже на ваше изобретение. Взорвать бы тут все к чертовой матери! Thank you.
войти в лифт. Быстро на корабль, а потом сваливаем, пока им не пустило в ход тяжелую артиллерию. Буквально. Соглашусь, сэр. Доктор Тарлтон с радостью воспользуется возможностью сплясать на вашей могиле. Ну, спасибо тебе, Джарвис. Теперь у меня в голове образ Джорджа, танцующего робота на моем надгробии. Прошу прощения, сэр. Если я прав, корабль должен быть уже рядом. О, а здесь уютненько. Меня немного тревожит такое количество оружия. Где этот чертов корабль? Сканирую. Десантный корабль переведен в более защищенное место. До взлета туда добраться не успеем. Успеем, если разогнать броню на 300% и лететь напрямик. Сэр, ландшафт здесь коварен, а вы можете взорваться. Да, но у меня прямо какая-то жажда скорости. Вперед, гусь, и включи что-нибудь ритмичное. Ваша броня долго не протянет. После того, как Джорджи спалил золотые акры, у меня только броня и осталась. Я не готов ее лишиться. Какой-то странный звук у перчаток. Неудивительно. Система шумоподавления только что вышла из строя. Все системы перегружены. Да. Держитесь, сэр. Джарвис, это мой шанс искупить ошибки в день Мстителей. Помочь девчонке, если уж совсем на чистоту, насолить Джорджи. Так держаться я буду до последнего, черт возьми. Осторожно, вы на прицеле. Берегитесь. Понял! Десантный корабль под защитным полем. Пусти всю оставшуюся энергию на зарядку Эми, чтобы я врубил его момент. Ну все. Джарвис! Да, сэр. Я просканировал корабль, и на нем есть запчасти, необходимые для ремонта фабрикатора Химеры. Чудненько. Заглянем к ребятам и домой. Брюс, Камала, вы меня слышите? Сигнал отличный. Брюс в комнате вред. Делает вид, что... Не хочу знать. Ну так что, какие новости? Все супер. Мы все получим свои обновочки. Фабрикатор скоро заработает. Отлично. Скорее бы сделать Брюсу новые леггинсы. А было весело. Признаться, здорово быть снова в седле. Да, сэр. Вы не потеряли хватку. О, смотрю, обновление с лестью загрузилось. Посмотрим-ка, что нам досталось. Ха, это джекпот, дружище. Именно то, что нужно для ремонта фабрикатора. Рад слышать. Особенно сейчас. Ведь вашей броне, как вы говорите, капут. Ну, она себя неплохо показала, нет? Знакомая все техника. Полностью построена на моих прототипах. Часть — точные копии. Здорово они поживились у Stark Industries. Я-то надеялся, что они сидят сложа руки. Жители штата Юта, вы не почувствовали...
Ну вот, так-то лучше. Я выгляжу шикарно. Фоткай меня, Джарвис. Прекрасно, сэр. Наконец-то все как раньше. Помимо фабрикатора, я смог запитать еще ряд зон корабля, в том числе склад оборудования. На складе есть старое оборудование. Мне испепелить его? Что? Нет, это не мусор, Джарвис. Мои вещи. Я разберусь. Как пожелаете. А это место как будто снова оживает, да? Напрашиваешься на комплимент? Нет, что ты. Просто делюсь наблюдением. Хорошо. Спасибо, что помог с ремонтом, Тони. Видишь? Ничего сложного, да? Кажется, здоровяк чем-то обижен. Что с ним творится? Это сложно объяснить. Я могу разом свистеть и решать в уме множественные интегралы. Вдруг пойму. Как я выгляжу? Презентабельно? Очаровательно? Вы привели себя в порядок и гораздо лучше пахнете. О, ну и впечатление я произвел. О нет, было здорово. Меня потрясли ваши фокусы с броней. Видишь? Это не мусор. Как скажете. Уверен, на этом складе вы сможете хранить более ценные предметы. Сэр, представители наших друзей из щита на борту Химеры. Агент Моралес в командном центре. Она поможет добыть нужные детали для корабля. Супер. С нетерпением жду встречи. Но нет. К этому проекту пока рано приступать. Эй, Мститель, у меня для тебя дело. Привет. Мне сказали, нас посетили агенты щита. Я агент Элисандо Моралес. Я буду вашим контактным лицом в щите. Если найдется свободная минутка, загляните. У нас тут столько дел. Рад встрече, Моралес.
Мне нужно найти кое-какие детали, чтобы поднять эту старушку в воздух. Может быть, я смогу убить двух зайцев одним выстрелом и заодно помочь своим товарищам в щите. Это все, что мы знаем. Надеюсь, этого хватит. Я знала, что на тебя можно положиться. Превосходно. Спасибо. Ты нам поможешь, правда? Это в корне меняет дело. Отлично сработано. Продолжай в том же духе. Сэр, и, может быть, я снова смогу спать по ночам. Еще один агент щита. Вы найдете его в общем блоке. Здравствуй, Мститель. Как насчет сменить имидж? Тебе что, жалко девушку кофейком угостить? Агент Левин находится на палубе ангара. Если у вас есть минутка, он сможет помочь вам с дальнейшими улучшениями вашего оборудования. Какой-то. Смотри, сколько хочешь, не торопись. Что, на этот раз ничего не купишь? Ну, не сэр, так. Анализ теплового следа показал наличие двух вероятных источников инициирующих ядер. Почему вероятных? К сожалению, система безопасности АИМ препятствует определению фактических источников данного теплового следа на таком расстоянии. Это невозможно. Не люблю я это слово. Ладно, тогда удвоим наши шансы. Брюс, Камала, встретимся у штабного стола. Уже идем. Ладно, народ, у нас полно работы. Отличная броня! Именно. Чем мы можем помочь?
Джарвис нашел пару тепловых следов, которые могли остаться от инициирующих ядер, но они находятся на приличном расстоянии друг от друга. А поскольку времени у нас мало, придется проверить оба места одновременно. Брюс, вы с Камалой отправляетесь на окраину пустыни, а я проверю город на восточном побережье. Надеюсь, где-то эти ядра все же найдутся. Понял. Джарвис, долго еще? Мы уже почти на месте, сэр. Супер. Нам надо найти инициирующие ядра и починить Химеру. Эйм скоро ее найдет, а нам нужен штаб для планирования операций. О, боже. Я потрясно выгляжу в этой броне. Блестяще, сэр. Как же ты прав. Оу-оу-оу. Ну, куда все делись? Похоже, АИМ провело эвакуацию города из-за высокой активности нелюдей. Звучит как отмазка. Небось, какие-нибудь опасные эксперименты опять проводят. Может, тепловой след оказался верной зацепкой. Куча инициирующих ядер могла бы запитать лабораторию. Здание тщательно охраняется. Будьте готовы к сопротивлению. Ты что, думаешь, они будут не рады меня видеть? Ну ничего себе. Настоящий город-призрак. Джарвис, далеко еще? Осталось несколько метров, сэр. А рядом есть гражданские? Эвакуация началась сегодня утром. Хорошо. На этот раз никто не должен пострадать. Платформы Ховер Скаут. А им вообще все решило у меня украсть? Рядом должен быть ящик с оборудованием. Экстренно.
Настоящий город-призрак. Джарвис, далеко еще? Осталось несколько метров, сэр. Платформы Ховер Скаут. А им вообще все решило у меня украсть? Эвакуация началась сегодня утром. Хорошо. На этот раз не... Неподалеку от вас находится элитный боец АИ. Уничтожив его, вы можете обнаружить что-нибудь полезное. Рядом с вами должен быть ящик с особыми материалами. Thank you.
А рядом есть гражданские? Эвакуация началась сегодня утром. Хорошо. На этот раз никто не должен пострадать. Нужно попасть в зону распределителя подключения. Так я смогу нас отпустить. Не давайте подойти бойцам АИМ, иначе они нас отключат. Что-то мне не очень. Нужно попасть в зону распределителя подключения. Так я смогу нас отпустить. Не давайте подойти бойцам АИМ, иначе они нас отключат. У меня получается. Держитесь рядом с распределителем и не подпускайте бойцов АИМ. Почти получилось. Чудесный привет! Сейчас самое время!
Наконец-то. Сэр, мне удалось проникнуть в систему безопасности АИД. Я получил более подробные данные, которые свидетельствуют о том, что тепловой след оставил большой источник концентрированной энергии в центре здания. Значит, это не инициирующие ядра? Сложно сказать. Однако наше вторжение не прошло незамеченным, а АИД запустила процесс самоликвидации. Судя по размеру теплового следа, дай угадаю, снесет пару кварталов. Верно, сэр. Я не дам им уничтожить еще один город. И в мою смену. Давай узнаем, от чего столько шума. Пункт управления реактором дальше по коридору. Будьте уверены, реактор хорошо охраняется. С распростертыми объятиями не встретят. Понял. Им пойдет на все, чтобы спрятать то, что находится за этими дверьми. Распростертыми объятиями не встретят. Понял. А им пойдет на все, чтобы спрятать то, что находится за этими дверьми. Сэр, реакторы становятся нестабильны. Вы должны их отключить. Чтобы их отключить, нужно уничтожить эти усилители. Сказал мне, вы молодец. Залезай! Да! О, что-то мне не очень.
Пункт управления реактором дальше по коридору. Будьте уверены, реактор хорошо охраняется. С распростертыми объятиями не встретят. Понял. А им пойдет на все, чтобы спрятать то, что находится за этими дверьми. Сэр, реакторы становятся нестабильны. Вы должны их отключить. Чтобы их отключить, нужно уничтожить эти усилители. Несколько ядер, сэр. Хоть бы раз сказал мне. Вы молодец. Отличная работа, сэр. Видишь? Проще простого. Сейчас закончим и свалим отсюда подальше. Не очень.
Поздравляю, сэр. Вы успешно уничтожили дуговой реактор. Да уж, никогда не думал, что услышу от тебя такое. Хватаем все, что можно унести, и валим. Вы в порядке? Да, да, но я тружусь на благо людей, говорил я себе. И что получилось? Дерриген, День Мстителей и это. Не я решаю, что люди делают с моей техникой, но и делать вид, что я ни при чем, я не могу. Я горжусь вами, сэр. Ага. Я собой тоже. Кстати, о тревогах. Брюс, Камала, как ваши успехи? Мы в процессе. Тони, мы потратили несколько часов на поиски. Осталось всего одно место, куда я никак не хотел заходить. Мы уже рядом. Здесь полно сотрудников АИМ. Придется звать здоровяка. Ладно, ребята, нам очень нужно найти второй тепловой след. Надеюсь, там будет гора инициирующих ядер. Скоро АИМ обнаружит Химеру, а без нашего штаба шансов у нас не останется. Так что не подведите меня и удачи, что ли. Это большая ответственность. Вы справитесь. Ладно. Я не могу подвести мистера Старка. Джарвис, что мне делать? Второй тепловой след обладает несколькими источниками, расположенными вокруг Большого Центра. Полагаю, это, вероятно, и есть массивное сосредоточение инициирующих ядер. Вероятно, все они хранятся в одном месте. Возможно, в каком-то здании. Поняла. Бешеный пес 2. Ты кого-нибудь видишь?